И Люциан. Ага. Окей. Окей. Но у нас осталось очень много жестких. Поппи, Люциан. Ну, учитывая, если логику, то они Поппи забанили, потому что прыгунов хотят брать. Типа Ривенки, Катарины. Катаринки, да. Так, а что осталось-то вообще, что есть? Список. Я, конечно, не уверен, но, в по-моему, Дискорде прыжок. есть. А, не-не. Катарина не сбивается с W Поппи. Так и есть. А чё, ну, короче, я скинул, но она чуть не прогрузилась в этом в диску. А, вот, все прогрузилось. Да, кстати, не сбивается. Но Поппи Так, может все. Ешкой все отменить. Угу. Вы готовы стартить? Да, по логике. Да. Ну, да. Хорошо. То есть мы играем обычный Summoner 3, да? Да. Кто куда идет? То есть Ахахасик в лес. Ну, это понятно, да. Разница. Не, Ахахасик лес, это с разницей. Ну, у тебя есть выбор, если что, Настя, но... Да, но мы демократическим путем. А, кого точно можно забанить? Трохса можно уже банить? А, тут блайнд. А, это блайнд, блайнд. Мы просто выбираем сейчас чемпиона. Ну, смотрите, я могу спокойно на саппорте сыграть. Там Сона есть, Люкса есть, Моргана. Ну, я мидер. Есть у кого желание на миде поиграть? Если нет, то я пойду. Я на топ желательно. Или у нас топер живет? Я, если на мид пойду. Нам только декеры не хватает, кто будет отстреливаться. Я могу за войну в лес. Ну, норм. А кто тогда на линию пойдет я могу, на бот? Я могу на декере Морганочку пикнуть, какой-нибудь полку пикнем на бот, нормально. Сона плюс да. Моргана? Ну, да. давай. Так, давай. А я чё, куда? Чё есть? Ты на топ получишь? Чё? Тогда саппорт Квинай. Гуд? Так. Ну, файн. Не, нормально. Нормально. Люксочка еще есть. С Морганочкой прикольно было. Кто у нас на миду теперь будет играть? Не, мне кажется, нам от хила не давай, будет хватать. Нет, давайте, я мидер, я могу на мид пойти. Давай ты на мид, я на саппорт и кто-нибудь АДшник. Окей. Ну, подожди, если АДшник, то там чемпиона не осталось просто. Бана. А, нет, Квина есть, все, я могу так Квину взять, все. Не могу, ты ее уже взял, да. Ну, нормально. Ты можешь быть это Керрисоной, как тебе? А до Керри Сона, ну вполне, ладно, окей. Там Люкса еще есть. А рун 2 рунки сделать! Рунки, ребят. Надо было делать раньше. У меня некоторые плохие новости по рункам, у нас еще 2 игнайта на боте. Да нормально. Да не, игнайты это вообще нормалек, мы на будущее написали. Там куча от хиллеров у них будет все равно. Я уверен, там Дариус и Владимир сейчас появятся. Лебланк и Дрейвен. Надо максить просто щитки, да? Существует вероятность, что нужно сделать небольшой ребрендинг и отправить все-таки Моргану на декере. Это никто другой не выстоит. Ну там, ну, да, окей. Желательно два дальнобойника взять. Нет, там даже если мы возьмем Женька, вот типа Квин и Соны, то без Морганы это будет хард. Квину, когда на мид, Ксин пусть идет на топ, и все, и Вейн в лесу дальше. Да, звучит как нормальный выход из ситуации. Угу. У них Ривенка в лесу, она не самая быстрая. Тем более на ней кейсе, ха-ха. Блин, мы говнем их не взяли, надо было взять Гарена. Кому-нибудь. Гарен, Сайл. Говнем их!
Дэкс. Ну вообще мы можем их ред подинвейтить. Да, спокойно можем. Ну, no, no, не, я имею в виду, что late invade. Просто late invade, потом я встаю кверху. Тогда я сюда. Так, мы там стоим. Окей, окей. Кажется, ПТР. Да, ЛБ здесь, она нами сейчас будет выходить. Поварду? Они к вам, они к вам сейчас. Я не успел. Ладно. Если банк. ЛБ прыжочек сделала, да. Эх, нет, давайте инвейдить не будем. У них здесь два варда стоит. Угу. Угу. Go синий инвейдить. Да, нет, нет, нет. Больше инвейдить нерабочий стратегий. Вообще нам будет больно сейчас на боте, очень больно. Меня отрейнджит нас. Жестко. Ты просто на боте через ложечки можете запушивать, ну и да, все. Ну да, через ложечки и все. Если бы там была Квинасана, мы бы ничего не делали. А вы не нужен пул? Да не, я нормально сам в порядке. Окей. Все закатишь? Да. Ой, что-то мы, да, сори. Ты вроде на синий пошел, я так на автомат, да. Опа, у меня тут баночка. Опа. Чувствую проблемы. Я иду. Мы идем. Ну, ее закрывать надо. Она... А, ну... Хорошо. Даже на экспо сейчас. Мы еще и, да, и на экспо успели. И банка без игнайт. Тебе слышно. Вард сюда поставили. Я тут немножко проблемы в лесу. Я бы хотел тебе предложить помощь с тобой клирить геймпики. А, не надо, не надо. Ваш ревня не пришла ко мне, это в порядке. Я раньше, чем Кассио, выйду в любой момент. А ревня у меня закрылась не баф, кстати, так что она в топ-сайде бегает. Буду блэкшелл качать на третьем. Не, ну нам не надо с ними дуэлиться, просто. Найсу! Ну, ребня сейчас сверху на них зайти может. Да, она здесь должна быть. Эду. Ребланка ушла на мид, парике. Отсюда, дай. Найсу, я допушился. Краба этого забирает Риван сейчас. Да, я верхнего заберу. Можем его поддушить. А, нет, Риван. Там ЛБ уже, да. И Риван через стенку может прыгнуть, теоретически, но... Риван идет на топ-крабу. У меня тут линия впушена, так что я на речку все равно не выйду. Возможно, Рен сейчас сюда зашел. Там не должен быть ревня. Ревня на раптор должен быть. Чинал. Мы запилим автухами. Должны вроде как. Я лучше кинул. Сейчас будет байнинг. А, ладно, тот ты. Да, только нам теперь бы запушить это как-то. Да не, мы запушим, сейчас лучше опять будет. О, ты, за... ты не забрал? А, не-не, там кушка твоя есть. Добила. Вам еще выезд, наверное, по идее нужно будет. Ну, да. СТП, наверное, пойду все-таки. Ну, тогда ты один будешь, потому что я не могу оставаться все же. Давай не надо СТП, там линия нормально будет стоять. Окей. Лучше сохранить это ТП на будущее. А то что еще где-нибудь потасовочка на топе окажется. Фига там Ксин просто всех. Да-да-да. Там Владимир же плащом захлебывается.
Так, Дрэвин без флеша, получается, без хила, и ЛБ, она уже без флеша была. Да, сейчас должен откатиться, через 50 секунд. Кастит, скорее всего, бэкс. Я вообще Голема заберу, подойду на босс через линию. Они фризят. Ремня, по идее, в усаде, может. Да, Ривен у нас. Лекался на бэке, ну может два пошла на вряд. Я с тобой вернусь. Не, ну, там вейп нормальный. Поставил так нормально. Мы можем от лайдинга сыграть. Давай. О, найс. Я бегу, плюсь. Хорошо. Наверное, у тебя прям ничего. Ривен должна была фармить, пошла. Конечно. Здесь, скорее всего. А, она в лесу. У нас. Нифига, что она там делает. Нас. Фитонит. Я флеш потратил. Давай. Я без флеша. С бота ушли. С базы. У меня сейчас линия пушится в мою сторону, его, во-первых, можно заганкать. Он до сих пор без бэка. Вардов нету. Ну, бегу в топ сейчас. Но ремня должен бежать за рейдом. С базы. Ты сейчас один, аккуратнее. Да. ЛБ на фрироуме. Я да. О, unlucky. Ну, вообще с топа вышло. Ну, да. Куда-то шла. Норга стрейхарди. Я с рейтом бегу на топ. Я ресетнусь быстренько. ЛБ в топ пойдет? Не, я думаю, она сейчас вернется уже на линию. ЛБ в топ пойдет, скет. Запушиваем. Возможно, вам будет тяжело запушить. У вас с ремня ЛБ нет? Да, а, да, ЛБ на топе. Я хоть пушми, то их бот пойду. Драйвен все еще без саммонерок. Да, мы я сейчас что-то получу, мы его убить можем. Вот здание крипов, погоди. Эх. Жалко, что у меня линза была, не ворд. Он видит, походу, он наверное. Не, ну он видит, что ты шестой. Сам долго эта пачка. Да. Влас дал ТП. Че, сейчас к нам припрутся? Да, варнул. ЛБ так и не вернулась, аккуратнее, здесь, так, здесь. Она на топе, она на топе. Я у меня. Я подхожу на него. Я иду. А, по идее, слыша должен быть. Не могу стену впечатать. Эх, не впечатал. Тут просто дрэви на душу не даем. Саша должен быть. Я со следующего крипа шестой. Для бланка без огнайта, ребят. Сейчас байдинг. Да, верхний бис убегает где-то. Возможно, на верхней речке. Может, кто-нибудь сдает перед бланком. Пластину бьем. Трави ноль. Пластиночку. Хорошо. Но у меня на бэке НЛП есть вообще. Так бэк, если я на мид загоняю. Через пинг наш пройду. У меня ульта есть и флэш. Либанк на верхней речке стоит. Нам хватит урона здесь? Надо здесь крестить, еще Либанк стоит. Нам точно хватит шотнуть. Да, урон вам хватит. Ой-ой-ой. Не. О, подожди. Нормально, нормально. Я теперь соло убиваю. Они на Геральда могут пойти сейчас. Можем попробовать его дрейка разменять.
давай. У меня как трио, я возможно убью Кассию. Я сейчас на мид иду прикрывать. Уже откатился. Что, будешь прыгать? Ой-ой-ой. Я же спнулся. Невозможно. Да, ой, ребята, у меня тут снова на топе какая-то. Давай подпушим. У меня пачка большая на бойце. Найс. О-оу. А, слушал. Флэш драйвинг. Васик. Ай, типа. Дравинуль на мид. Против. Найс. Может назад еще вернуться? Я смотрю. Да. Хорошо. Оп, подъел. Брюга. Всю страну рвет с души. Я вообще че просто бот у меня. 5 секунд. Возьми. Дравин без маны. А, ну все, это мед. Он без фаша, без фаша. Nice. Аккуратнее отсюда. Всегда в топ пошел. Нам надо на боте таврку быстрее забирать тогда. КСП я запушил, они смещаются на топ, я тоже смещаюсь на топ, можем разыграть 2-2. СБ-ка прилечу. Окей, она осталась на миде. Ебал на компьютер. До конца игры. Ривен у нас, видишь? Я без ульты. Я просто дам НЛП. И Кассио когда-то ушла. Смотрите куда. Ну Ривен на боте с Геролем, это файн. А Дравина еще нигде нет. Кассио возможно просто бэк. Да моя кушка не зачиталась. Эх. НЛП 10. Угу. КСП была на топе. Ривня по идее без слуша должен быть. Да нам надо уже товарку забирать. На счет заберем. И потом уже в топ идти. Да ладно, my bad. Бывает, нормально. Ну, он быстро откатывается. ЛБ снова на миде. Ты можешь на бот пойти, если хочешь. Вам надо просто на топ свапнуть. Хотя нет, там дрейк. Можете к миду идти, я просто там. Как же Нарбот старается. Хочешь мы вот с бутербродиком? Я не хочу, но вы можете. Мы подходим. О. Ваша цель. Сички. Я просто буду. Дрейка бы взять. Ривенка. Да, я еду на Дрейка. Он мне уже не нужен. Да, его, я на топ выйду. Не успели напустить. Чё-то к себе уже 10. Мид подберёте? Да. Сыграем? Ну, так-то не. Да. Но мне не рад, что она одна выше нас двоих левелом. Не, у тебя не было. Своей ультой, в принципе, могли бы, я думаю. А здесь Лебланка стоит, можем по ЛБ сыграть. А. Че, Кассио подвинчивает. Ну, здесь вот здесь они. Угу. Окей, краба заберу. Я ему уменьшил урон, убивай. Кайф. Ой. Ривен тут. Дрейвен на боте. Уметь надо сдавать. Опа, нифига здесь. Я иду. Всем селом. А, Владимир здесь. Я пойму, поймаю.
Ривен в наш лес пошла, в красный. Я бы ее там поймал. Молком надо бы фарм не принять от этого. Я поймал. Я разломался, мне нужно вышку доломать. Да, долмай. Я на ресет иду, и на мид. Я иду, закрывай дрейм. Ааа, я разные плюхи дал. По разным черепам. До спитл дэмэдж. Это не страшно. Да ладно, my bad. У нас что-то там Квина подкормилась. Да доедала. Я в фул хп касте выпил, ничего не знаю. Пам-пам-пам. ТП готов. Я все так же буду летать просто между бот-мин. Чуть-чуть. Геральда законтестит. Ну, вот я в принципе просто лечу кейс всего. Он сейчас заедет. Влада нет, он встретится на небе. Вау. ЛБ, да? А, ну, я... Владимир Станин. Уже, да. Окей, вы можете на ремень. Я полетел, Грэйвена убил. Мана нет. Я передать не могу. Можешь топать и закушать. Окей, был не прав. Все, я ресет делаю. Упс. Грэйвен без фаша. Бочка. Надеюсь, они за краба втроем пошли. Надо мид кому-то подойти. Да, я да, сейчас прилечу с мной. Нормально. Быстро. На крабе было 3 человека, они могут здесь трайбыши тебя ждать. Ну я гусей пустил, смотрим. Ну, смотри-ка. Они у нас лесу, они у нас лесу. Как я говорил, да. ЛП все еще там. Вижн потерял он вас. Без флеша и ульты, Владимир. Кто-то явно еще есть, да? Не-не-не, он один должен быть здесь. Дрейк 30 на, по Дрейку сыграть. Хрен носи. Ничего себе, целый игрок. Ну. Бля, можно я в крипах не застряну? Можно Дрейк пока заберу, пока не забегу? Пожалуйста! Нет, он Дрейк. Когда у Зака появится танковый предмет, можно будет спокойно пойти на любую точку в 5 на 5 долбануть их. Ну что, у меня уже, считай, full build. 5 на 5 никогда нормально не сможем выиграть. У нас 5 на 5, один Владимир, 4 просто переезжает керри. У меня отхил очень высокий, если меня не шотнут сразу. Нам просто надо Владимир через кетчи Квины играть. Ну это да, да. Я не могу любого из них шотать. Нам в группице не стоит вообще никогда. Опа. Дебонг. Можем, кстати, попробовать на Шора потраить, но я типа не уверен. Да. Ну, Служа неплохо будет, я думаю. Но надо отпушить, пойдем втроем. Не, не очень, я думаю. Давай попробуем, они в бот-сайде сейчас. Угу, я думаю.
Но мы слишком очевидно там пошли, ну ладно. Давай пошли. Пошли, да. Я убью Риван. Владимир, ты что, без туша? То есть он не может себя пройти. Сейчас нас просветят. Главное Риван. Риван. Подожди, хорошо. Полетел толкать. Чем можем, я думаю, закончить? Закончить нет. Ну, у меня мана закончилась. Угу. Только ингип максимум. И на топ тайвер можете подойти, хотя я сам пойду заберу. Я хавтуху отменил. Сейчас я еще одну тавру снесу здесь. Или нет? Эх. Я просто улечу. По топу по боту пойдем. Ну, вообще лучше по боту, там Рейк резается. Да, на боте я просто буду вешать. Там Ривен все еще гоняется. Я лечу. Я почти у вас не все следа подойдут. Я ко всем пустил. Бум. Просто... Я пойду просто в таймер пушить. Соберитесь на боте как-нибудь. Я либо кто-то мне придется не убиваю. Все на топе. ЛП. ЛП убегает. Возьму бы. Окей, у меня трое на топе. Это фрибот, это два на топе. Я просто пачку стрелы на леди бафу, чтобы они просто их не забрали. Тан-тан-тан-тан. 5 секунд предмета. Это аркфокс. Че, Димасия победила? Или нет? Риван подходит. Да-да-да. Надо аккуратненько играть, ребят. Они все у вас, я сейчас вниз. Подождите, выйдите лучше. КС отошла стопа. Ну, все еще где-то. Ривен там подумают обойти нас. Давай ее шотнем. Забирай топ-3. Домой. Что ко мне делал нас? А у меня мана кончилась. Безмерзно. Он как обычно. Это фейзраш, черт, Влан, забейте меня. Ой. Я закрываю Владимира. А мы глаза. Да, город отсыпает. У тебя флешвуд будет косяпее, нет? Нет, да, да, нет. Вроде нет, не да. Я не знаю, там с ней дрались. Имбраху не забираем. Там мы тут просто вышку подпушиваем. Ей! На базе. Да, бэкнуть себе. Ту-ту-ту-ту.
Окей. На шорт через полторы минуты. Так. Берите мистера Норвеса. Ноу. Они повергли. Тут скорее вард стоит. А мы ждем сейчас Квину. 17 секунд пролетит. Там надо помогать. Помогать тут тяжело, нам через них не пройти. Не спечатал стенку. Нет, облакшот. Я лечу с базы, я буду через секунд 10. Просто ждите. Ривен без США, Дрейвен без США. Владимир, не знаю. Владимир? Уже почти вас, просто совершенно не видеть. Где там сечет? Все, они все, без ничего, добивай. Ну или можешь полетать рядом. I'm trying my best. Надо убить Норвеса. Надо убить Норвеса, там следите все, что он сделает. Так а что он сделал, нафидел? Он на виде постоянно был. Не знаю, он 1-11, по мне это нафидел. Да? Очень близко. Пам-пара-па-пам. Ей! У нас одна игра или как? Вроде одна, хотя я не знаю. Надо сейчас узнавать ведущие. Ну если вторая, то я так понимаю, мы будем уже на Ноксусе. Чтобы баланс был сохранен. Нет, дальше у нас... Не-не, да, там кто хочет стать претендентом, да. Там Genesis, Cold Star и снова Зак. У меня нет Genesis, у меня написано Cold Star, Gadget и Dark Zack. А, странно. Ну, хотя, может быть, расписание поменялось. Да-да-да. Но ты-то в любом случае есть. Да, я в любом случае есть. Ладненько, спасибо. А, подожди, там же вроде интервью еще какое-то они хотели. Это я хотел уже. Да, возможно, не будет, потому что там с мафией заделывалось на 20 минут. Ну, значит, ничего не будет. Да, спасибо за игру, ребят. Да, давайте, да. Красавцы. Все, давайте. Я пока. Вообще эту игру ничего не делал. Как это, ты за Ксена не проиграл Владимиру? Это вообще-то больше, чем ничего. Все, спасибо за игру, давай. Ну чё, ребят, изи, изи. У меня пережалось что-то здесь все. Все, мозг не работает. Что за движ? Да так, так, просто поигрываем. А, сейчас я пойду кушать. Сейчас я пойду кушать. Этот мы выиграли, как он называется. Мафию. Игру за Димасию тоже выиграли. Но я помню, где-то года 3 или 4 назад... Я устраивал что-то подобное тоже, Димасия против Ноксуса, и мы тогда осознали, что Димасия просто на голову сильнее. Ноксус это вообще невозможно. В Лиге Легенд это не сбалансировано, просто Ноксус это в основном все ассасины и брузеры. Как создать 5 на 5 команду им непонятно. То есть магического урона даже толком не добрать. Там есть сейчас Свейн с новой механикой, он вроде как может как саппорт хорошо отбегать. И... Но тогда у них проблема с адекерри появляется, потому что адешник-то всего один в игре. А вот топеров, мидеров, лесников у них выше крыши.